Сегодня мы решили посетить клуб «Джокер», который находится в самом центре города Харькова, на улице Дарвина, любимой улице харьковской эстетствующей общественности. Джокер в самом сердце города Харькова на улице Дарвина. Сейчас на сцене группа «Черный Дрозд». Мы здесь не только потому, что как бы обязывает клубная ориентация нашей программы, но и прежде всего потому, что клуб «Джокер» — единственный альтернативный клуб города Харькова, где звучит рок-музыка. И нигде, пожалуй, кроме как здесь, народ не двигается так исступленно и искренне. Стоит посмотреть на это. И вы знаете, мне лично эта публичка очень симпатична. И я уверен, что если у любого из ее представителей спросить, существует ли, например, взаимная любовь, он ответит положительно. Это «Коза» специально для любимой программы «Дело вкуса» из клуба «Джокер».